machine, huh? What are we so bright? Здорово, киберспортсмены, на связи, как обычно, я Скилл. Сегодня мы сыграли шоу-матч против бразильцев. Вы увидите, как мы камбэкнули на двух картах. Это был легендарный камбэк. Недавно мы с ними сразились на мажоре и выиграли 2-0. Победа была довольно-таки легкая, поэтому TeamSpeak с этого турнира я не стал выкладывать. Но выложу для вас крутой шоу-матчик, где мы сделали два невероятных камбэка. Но я не буду долго затягивать, присаживайтесь поудобнее. Всем желаю приятного аппетита, кто кушает, и погнали. Эй, стой, бро! Я забыл, что конкурс, который я проводил в прошлом видео, если ты его еще не смотрел, после этого видоса перейди, посмотри, будет в конце. Там мы объявим победителя, кто собрал 1000 голды на свой аккаунт. А если ты хочешь точно так же, то обязательно поставь лайк на данное видео, напиши в комментариях свой от Standoff 2 и напиши, почему я должен тебе дать 1000 голды. Ну и, конечно же, самое главное условие. 1000 голды получает тот, кто смотрит видео от начала и до конца. Кто пересматривает данное видео несколько раз, тот увеличивает свои шансы на победу в 10 раз, мужики, в 10, просто в 10 раз. Поэтому 1000 голды на свой аккаунт ты можешь забрать уже сейчас. Ну а я желаю еще раз приятного просмотра и погнали быстро к видосику. Давайте. Аполлонку возьму, погнали. Саш, пройдешь девятку? Пройдешь 9, я могу не топ. Нет, нет, я лох хп и меня смог. Я лучше сохраню. Да, смог темный. За белым играет и ко мне. Настрой. Настрой. Продолжаем дальше. Эйко. Давай флеш. Давай флеш, мэн. Ладно, подскажу. Сотка. Залетаю. Сайт лоу. Ой, сайт лоу будет. 71 хп. 71 разменяли. Ну тише, не орите. Настрой. Контролируйте эмоции свои. Микрофон. Так, дефолт играем. Контролим мап. Контролим мапу. Апы может подпушить аккуратно. Еще не взял апы. Взял апы. Все, смотрю апы. Апы чел. Играет агрессивно. Я пробую с коном стреляться разменять. Окей. Я подпустил, буду играть с тобой, Артур. 6. На 6 сидит, да? На 6 сидит. Настрой. Давайте эко сделаем от двух ганов. Ляля хаяпа. Я на смоку тикет. Жду ребят, которые ланку проходят. Ребят. Жду вас. Даю смок тикет. Заберешь девайс? Он ушел мок. И мох, я залетаю. Давай. Пропрыгну. Хлопанешь? Да, хаешь, пацан. Залетел. Я бланд, Саш. Да, ничего. Убил? Я оставлю бомбу. Еще видели, еще тикет. Есть флешка тикет? Нет, нету. КТ пикает. Мой не будет. Никит, могу ган дать. Апы. Друзья, вы меня очень часто спрашиваете, Скилл, как поднять свой уровень игры? Как со своей командой выиграть крутые призовые? Где вообще регистрироваться? А я вам отвечу, что вам подойдет Cyber Hero. Что такое Cyber Hero, сейчас объясню поподробнее. Cyber Hero – это один из крупнейших киберспортивных порталов в СНГ, который организует ежедневные турниры по мобильным играм. Ежедневно тысячи игроков соревнуются именно на Cyber Hero. Там проводятся турниры по таким играм, как Standoffчик наш любимый, Brawl Stars и PUBG Mobile. Кстати, друзья, Cyber Hero никого не оставит в стороне. Эта платформа предлагает игрокам играть десятки турниров в месяц, и они проходят там ежедневно. Также Cyber Hero представляет собственную стриминговую систему без загрузок сторонних приложений. Вам ничего не нужно скачивать, чтобы участвовать на турнирах прямо сейчас. А за качеством проведения турниров следят профессиональные судьи, которые помогут вам в решении любых вопросов. А некоторые премиальные турниры транслируются блогерами на своих каналах. А самый главный плюс – там куча ивентов. Просто завались турнирами. Ну а самое приятное – безусловно почувствовать ту атмосферу киберспорта, которую испытываем мы на турнирах. Поверьте, друзья, на турнирах играть намного интереснее. Поэтому зайди и попробуй сам испытать эти чувства. Поиграй с друзьями и насладись той атмосферой. Ну и, конечно, это не будет просто так. Ведь ты получишь крутой призовой фонд. За тобой наблюдают судьи. Миллионы игроков следят за тобой. А также блогеры. Что может быть круче? А еще ты можешь получить деньги
внутриигровую валюту и бафы. Кстати, бафы — это внутренняя валюта платформы, которую ты можешь обменять на много чего интересного. Ну а что уж говорить про обычные турниры. Расскажу вам про ладеры. Помимо обычных турниров, вы сможете участвовать в ладерах. Ладеры — это игровая арена, в которой любой желающий может проверить свои силы один на один. А за победы в играх вам начисляются очки. А в конце ладера самые результативные игроки награждаются денежным призом или бафами. Кстати, прямо сейчас проходят ладеры по Standoff 2, Brawl Stars и Clash Royale. Вы можете легко принять в них участие, побороться за крутые призы. Бафы — это валюта платформы Cyber Hero, за которую ты можешь купить у них в магазине внутриигровые скины, валюту, да даже мобильные телефоны и много другого. Кстати, они очень легко копятся. Вам нужно просто участвовать на турнирах и участвовать во всех активностях на платформе. Кстати, ассортимент магазина постоянно обновляется, так что ты, киберспортсмен, всегда найдешь товар по вкусу. Так что, друзья, переходите прямо сейчас по ссылке в описании и участвуйте в крутых турнирах. Фишка еще. Аба остался. И аба. Меня взорвали с девятки. Один в один. Хорошо, смой. Пачка закрыта. Молодец. Умница. Молодец, Никиточка. Без лишней хуйни. Умница. Я взял. Найс. Могу воздать. Молодец, Артур. Да. Хорошо. Белый мэйч. АП чисто. Я пройду АП. Двоих подо убили. Сейчас типа седница. Давайте выход. Стойте, подождите. Давайте за шехтень. Пофигуйте чуть бы. На никого. Залетай, ну, залетай, раз, залетай. Бегу, 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 бегу. Ты сбежался с тряпочки. Еще, еще. Ложку мяса можете сыграть. Олег, ой, выйди, может выйдешь с ДД? Слышь, могу дать на мясо. Накинь. Да, слышь, мясо. Еще, давайте. Да, слышь, мясо. Стойте, стойте, их это укреп. Это укрепнее. Ларец, он либо ап, либо мейн играет. Мог ларек позже. Я уйду с бомбой. Играешь на бомбе, да? Угу. Это девайс, да, был? Иглы и одна. А, апы. Еще М40 было. Бля, а, нет, опа, окей. Ладно. Инфа. Скид. Ты слева? Бы раскид сделаем? Я флешку. Даю флешку. Написал диспорт. Давай, залетай, я выхожу на мясо. Раз, два, три. Не надо залетать. Торт из сады пикает. Хорош? И сады. Агрессивно. Настрой. Смог, мох, а ты смог тикет не дал, по-моему. Я на... Нет, ой, смог коннектор ты не дал, я смог тикет даю. Окей, порт чисто, давай смоки насчет. Даем смоки. Мужики, залетайте мейн, Вова. Залетайте. Дал флеш, залетайте. Я сайт взял. Апы чел. Девятка, девяткавик, девяткавик. Не пикайте, апы убили. Сдал. Давай, я убью, не пикай. КТ, КТ. Есть тикет, есть тикет. КТ ворвал. Возьми комнату, возьми комнату. Я пригнулся, я на бомбе, я пригнулся. Буст будет, скорее всего. На смоках? На смоку. Даем смоки. Даем молики. Ты на флешке? Я на флешке. Накидываем флеш. Смока нет. Смок темный, смок темный не дали. На 6. Не было. Взял 6. Вышел смок. Еще. У меня есть флешка и хаешка, если что, если вы отдачу будете играть. Чекаю, я кишка. Надеюсь. Кишка не проходили пока. Кишка не проходили еще. Вот пока даже флешка. Окей, я отпустил. Ой, кишка, зиг-зиг-зиг из-за него. ДД заходит. Зигатип. Пачках. Пачка сайт уже! Я отпустил. Стой! Пески у меня. Я убью. Не пикай. Хэд. А ну хп. Пески. Пески 29. Он ушел, нет? Нет, нет. 4 патрона. Натурщик, флешки есть, нет? Я не взял. Ну давай, Вова, возьми очко нам. И ДД плюс-минус. Мы подожмем. Жмем, жмем, жмем. Почти. Раз, два, три, пикай. Не видел никого. Я ушел, ДД. Они что, фулл лонг пошли? Забираешь девайс? Я разворачиваю. Я не видел. Я флешку в сайд даю.
Минус 0. Пику. Ладно, давай открывай тоже. Мейн. Last set. Да. Артур, тебе сказали, что буз дали уже. Зик прошел. Я на мясо выйду. Дали смок он. Смок он кривой, я буду играть под него. Есть флешка. На камне типа. Убил. Из-под камней, пока тебя очко почекивает, да я параллельно тоже. Убил. Нефити, нефити, нефити. Мейн. Флешка есть, мейн, Вов? Он я справа. Я с тобой. Стой, у меня есть флешка. Не пикай. Мне не подобралось ничего. Не пикай. Я за спину дал, за спину. Он пикнул, убил. Взял сайт. Мейн. Молодец, дефи. Иди дефи. Умнички. Муха, Никит, могу дроп дать. Я могу дать дроп. Скинул прицел. Никита, Никита дал эску. У меня есть флешка лонг, надо приготовить? Не надо пока. Хорошо. Я ушел с флешки. Распитывай, скорее всего, будут. Я жду кишку. А, почел. А, побили. Кишка не будет. Все, окей. Прохожу, то снимаю кишку. Есть еще пода? Б. Ну, лонг занимали, типа. Два девайса на лонгу. А, Б. Вова. Я не слышу. Пода, наверное. Пода. Под Б. А, под Б. Я понимаю, А, Б. Б. Возможно, Б. Уже... Храм. Я на пачку сяду. Садись, да. Он СМ-40. Фонарь хаяду. Запрыгни сверху. Я прав взял. Минус 95, 5 хп. Хорош. Да. Встанешь? Да, давай. Да, штука есть. А, нет. Кишка прошел. Накоцал, нет? Ой, были пески. Зиг-зиг-зиг, сайт. Убил, размен, на размен. Еще ВП, лоу ХП на квадрате. Угу. Квадрат, я не пикаю. Один ХП это квадрат. Я пода встану, коннектор, я коннектор отпущу. О, вроде тебя осветили. Там один АП плохо. Возьмите коннектор, я АП плюс лом буду чекать. Ты взял, да, мейн? Да, я смотрю кон. Кон у меня. Лапа. Я на шьюду, да? Смог полетел, ребят. Флешка есть, обрыв! Один очко. Заколь! Готовь? Дал. Отметь видео. Настреливаю ДД. Еще очко и двое. Калашик заберешь, пожалуйста? Угу. Дать эск или купишь? Ну давай эску и подкоплю на Next, если что, дам дроп. Дал флешку он. Ты не будешь открыть подачку? Не, все понял. Мэн и все. Аккуратно. Дофига мэн. Пойдем. Убил? Бомбу ставит, убил бомбу, бомбу убил. Найс! Лучший! Хорош, брат. Никита, ты сала. Говори, мы хотим возьмем. Давай, я на 90 прохожу. Даю смог, ДД. Убили ДД. Прошел, Вов, на хэде. Очко вышло. Еще очко. Еще очко. Жить, Вова. Ребята. Я слушаю, не давал. Олик есть. Дал им Олик. И распикиваю. Мясо убили, Авигейн, хэд, ласт хэд. Минус 40. Найс! Здорово. Лучший! Умничка. Продолжаем играть тихо. Оп, я скрыл. Я на флешке еще. Давай. Вот, я на 6. Они сейчас как раз мед займут. Все, хорошо. Мужики, зиг. Дай. Бегу. Пачка хэд. На квадрате. Ой, может. Квадрат? Нет. Ласт, может быть, апа. Под Б должен быть. Типа фулплайн все стоят. Да. Найс! Лучший нахуй. Вот это близко слева. Я дал флешку по ДД. Дал муха, я туда. Дал тоже. Ларек убил? Дал ларек. Да, а, флешечку дал. Второй этаж чекаю. У меня ларек. Лишь минус 25. Ларек один. Никита отрезал минул. Ласт. Будет прыгать, будет прыгать. Хера. Найс. Закрыто. Молодцы, ребят, камбэк. Пофейкуйте, а можно Б пройти. Пройдешь Б погреб? Хорошо. Я Б пытаюсь зайти. Да. Карман за колодцем. Настрой. Давайте эко сделаем полностью. У меня есть ложка, Никита, еще на дальнюю. Давай нам. Давай дальнюю, Никит. Я дам дальнюю флешку. Ребят, заходите? Да. Заходи. Я прыгаю. Раз, два, три. Никит, хупуй. Молодцы. Еще погреб бежит.
Аккуратно, у них хавик на миду играет. Мне флешку в небо дал. Размен. Хорошо. Близко играет. На клумбе должен быть один. Угу. У меня на построечку. На построечку. Ну тут под бэйчел будет. Угу. Зиг пикает. Спуск пикает. Фалы. Я банан с вами иду. Давайте два лонг убивайте, и мы банан. Видел? Лонг. Возьмите зиг. Очку направо скинул, зиг забрал. Авик мидл будет, наверное, играть. Никит, пойдем распикивать мидл. Иди сюда. Точно, да. Лонг. Не открывайтесь, поди аккуратно, я туннель проверю, блин. Я на белом. Дело. Спуск 25. Хорошо. Ставьте бомбу. Единица чисто. Ребят, ставлю под... Карман чисто. Спуск может быть только. Давай хаешки дадим. Смок, Никита, дашь? Я оставил тебе. Где смок? Слева у тебя. Вон он. Не вижу лонг чеку. Я продлю смок. Клумба может быть. Жду Артура. Распикай клумбу. Нет, Артур распикай клумбу. Клумбу распикай. На единице. Есть в упоре. Выбивай. Тушить нечем. Пяти. Нечего, опять двое. Ребят, молик прыгнул. Мид пушит. Так. Ориентируйтесь под мид, пожалуйста, сразу же. Никита, пойдем с тобой мидл. Убил? Нет. Еще хаешку дал. Не пикай. Я с тобой под мид играю. На 90. Разменял. Еще по грибу. Один с Б пункта ушел. Уйдем Б. Вова, иди к нам под Б. Двое зиг, двое дану. Филипп останется под зигой на шифте. Вов, пойдешь со мной зиг? Да. Я могу туннель? Нет. Я уже занял. Танул уже заняли. Ты сидит. Тупо в соло чел принял. Пикачу. Двое его. Еще. Минус 50. Баемся. Беги. Я буду смок накидывать. Даю смок, мужики. Занятие меда, ребят. Отпустите. Найс. Еще. Заходите, зиг. Найс. Я белый. Погреб. Прикрывайте, я белый. Да. Бомбу поставил. Муха у тебя! Смок вышел. Я раскидываю до хуя. Молик на бомбу дайте. Флешку можно дать, Артур. Вова, не пикай. Твой пробежал. Дал хаеп. У меня есть флеш на группу. Давай. Дал, лети. Парни, флешку с этим могу дать. Убил? Лонг. На лонгу, ребят. Выходи в спину. Никит, ну, первый ход. Первый ход может. Частоте 2. О. Есть. Хорош. Флешку дам, Артур, откройся со мной. Хорош. Молодец. Много танул. С локами. Хаешка есть. Смог дали на бай. Я бы танул один мидл. Окей. Мимо. Султан. Да, все. Никита близко. Газ. Перед когда я бегу. Пачка у вас. Да, может быть, слева. Артур, еще флешка. Второй ход, двое. Хорошо. Первый ход. Аккуратно, мидл могут зайти. Я тут отпустил. Можете сейвить. Стенка и тоннель. Может, Артур, у тебя пройдет. Артур, давай закрыть АС игра. У меня флешка тебе будет, Вов. Флешка будет? Да, но лонг у меня будет. Ой-ой-ой, на меня... Я забатил, что я зигу пушу, в меня гранат 5 дали. Дал, летит. Спуск. Хорош. И мидл бью. Найс. Один лонг, все, ласт лонг.
Yes. Блин, такая имба, парни. Я тоже забираю. Я на себя забачу, они на меня будут с прицелом уходить. Я не на меня смотрю. Возьми снайпер. Вова, я отпускаю первый ход, Все, уходи. Все, контролим. Я контролю. Мне здесь пиксель давай. Флэш лонг дал. Снайпер вышел. Мужики, кто снайпер чекает? Ох, там не надо открываться. У меня там пиксель сверху на ящиках очень хороший. Уже погреб закрылся. Один там был. Артур, дай буст вот сюда, на Леону. Так вот, стой, ладно, я запрыгну на тебя попозже. Даю флешку лонг, я уйду. Два зика. Артур, уходи. Я под Б за фаером. Надо убить. Я смотрю в рывку. Зик. Подожди. На шестерке минус 66. Хорошо. Давайте. Заберите ган. Артур, заберите калаш. Дроп мне калаш, пожалуйста. Кого дать, если вы хотите? Кому-нибудь калаш, нет? Ну, мне нужен вообще-то. Ну, можешь забрать. Ну, типа, у тебя 4К, у меня... А, ну, здесь молик валяется на коробке, если что. Я заберу. Турчик, давай не открываться, ладно. Ну, парни, просто за чтобы не прошел. Это... 5. Почему? Флэш колонг есть? Есть. Выкинешь? Левый не забудь глянуть какие-то. Дал. Хорош. Полю. Да. Я знаю. Я одну флешку дать? Флешку дать? Давай флешку. Дал. Уйди в сайт под Б. Под Б встань. Все, бомба. Быстрее, в сайт встаньте! Инфа. Не, пачка ставится. Погоди, вырвался. Двое там на стенке. Раз еще в поле на стенке играет. Сейчас через лево выйду. Да. Лево. Хорош. А теперь дефать. Если ты за мной смотрел? Я говорю, не стягивайтесь, мужики. А принять легче, чем Б. Пуск могут пройти, ладно? Миг. Могут пройти? Пуск. Я флешку дам. Бил погреб. Убил Зил. Молодцы. Минус 64. Уйди под Б. Туннель есть? Пачка есть? Убил пачку. Оба там, Саша, оба. Еще вышел. Минус 80, минус 70. Развернулся он пока, брат. Хорош. Играйте, я эску взял. Просто я скинул эску и типа еду. Двое Б встаньте, Вова и Муха. Двое Б встаньте. Артур, закрыт. Да, может. Ребят, вам погреб могут зайти. Ну, в принципе, так. Нам мут. Вообще пока не зайдут. Лонг чекаем. Это фрост. Все, Вова, снизь пода. Даю флешку мидл. Я белый. Ласт, не пикай ласта. Я не пикаю, не пикаю. Пусть ставит. Артур, аккуратно. Он отошел. Да, ну отошел. У тебя может быть, Артур. Не. Он вышел, что, Саш? Прицел посмотрим, Саш, не строй. Найс! Мы опять камбэк. Фух, киберспортсмены, вот такой вот потный и легендарный у нас камбэк получился. На двух мапах это было просто нечто, пацаны. Обязательно прилепите свой лайк, ну и, конечно же, итоги прошлого конкурса. Этот парнище забирает 1000 голды. А если ты хочешь так же, то обязательно выполняй все условия, о которых я сказал ранее. Ну и, конечно же, смотри видео еще раз, вдруг ты выпустил что-то интересное и крутое. Или, например, киберспортивные фишки. Вот эти вот предыдущие видеоролики обязательно смотрите на канале. Ну и, конечно же, подписывайтесь. Ну и, конечно же, я не прощаюсь. Увидимся в новых видосах. До скорых встреч.